Всем привет! Я Петр Семилетов, и я покажу вам состояние разработки программы звукозаписи «Вавилон», работу над которой я начал в ноябре 2015 года, завершив написание своей 1600-страничной краеведческой книги «Ересь о Киеве». Но поскольку у меня оставался немало зря вдохновения, я принялся за разработку программы, относящейся к разряду DAW, то есть DAW, Digital Audio Workstation. Это такие программы, как Cubase, Nuendo, Reaper, Pro Tools. Вы слышите звуки, издаваемые моими собаками, они будут прерывать нашу передачу и сопровождать ее. Сейчас Вавилон находится в состоянии развала и схождения. Работает в нем более-менее только микшерная часть, а монтажный стол, так называемый таймлайн, еще не готов совершенно. Его не существует, его заменяет таблица с дорожками. Я использую ее во внутренних целях. Вавилон еще не пригоден для использования кем-либо, кроме меня, но я думаю, что к лету мы это дело исправим, и Вавилон станет надежным помощником любителей домашней звукозаписи, бардов и небольших групп, которые хотят записать какую-нибудь живую музыку. Сейчас я покажу, что уже работает в Вавилоне, какие его функции можно действительно использовать. Сейчас у меня на экране среда разработки Qt Creator с исходником Вавилона. Вот. Исходник Вавилона написан на языке C++ с использованием библиотек Port Audio, а также libsampleRate и libsoundfile. Разработка ведется под Linux, но программа будет многоплатформенной. И будут выпускаться сборки под Windows, хотя я предпочитаю Linux. Запускаем. Изящным нажатием клавиши запускаем Вавилон. Вавилон. Давайте ближе поставим штатив и отъедем чуть назад. О! Вот. Вавилон. Пока что интерфейс его не переведен на русский, но не беда. Так. Создаем новый проект. Вот у нас спрашивают, где его создать? А где-нибудь. Назовем там, скажем, Вавилон Project 15, скажем. Вот. У нас спрашивается. Тут пыхтят мои собаки. Вавилон спрашивает, с какой частотой создать проект, beats per minute, то есть удар в минуту сколько, и режим панера. Панера — это размещение звука в стереопанораме, лево или право. Ну вот мы поставим вместо 44-100 Гц, ставим 48 тысяч, потому что этот видеопроект, он будет со звуком 48 кГц. Так, жмем Done. Вот создался пустой проект. Его не видно. Тут нет ничего. Вот пустота. И пыхтят мои собаки. Да дайте записать нормально звук, ребята. Вот. Сохраним его. В отдельной программе HydroGen я записал звуковую дорожку с ударными. Вот такая нехитрая ударная партия. Вот
такая вот ударная партия. Я ее экспортировал из программы HydroGen в WAV файл. Этот WAV файл мы сейчас и импортируем в Вавилон. Вот наш Вавилон запустился. И мы импортируем... Для этого мы создадим сначала новую звуковую дорожку. Вот, идем в меню Track, Create New WAV Track. У нас спрашивают, как много каналов. Мы выберем два канала. В Вавилоне различаются дорожки по числу каналов. Вот, создаем двухканальную дорожку. Давайте дадим ей имя. Ударка. Вот теперь у нас есть дорожка ударка. Сохраним проект. Сейчас интерфейс состоит из двух вкладок. Это микшер, где мастер трек и дорожки, а также тейбл. Это таблица, где просто располагаются, где просто отображаются кусочки партии, из которых составляется композиция. Вот мы идем в Project, WAVs. Вот WAVs. Теперь вот он, TS10 WAV. Вот он у нас импортировался и доступен в окне WAVs. Теперь мы на основе этого импортированного WAV создадим клип. Клип в контексте Вавилона — это кусочек партии, размещенный на дорожке. Чтобы поместить клип на дорожке, надо, чтобы была открыта вкладка Table. И вот когда она открыта, мы нажимаем вот эту вот кнопочку «Оп», и поместился у нас тут клип на дорожку. Давайте проверим теперь, как звучит. Мы можем смещать панораму этого канала влево, вправо. Мы можем сделать ему мьют. Слышно пыхтение моей собаки и как собака чешется. Что еще мы можем делать? Мы можем навешивать эффекты. Эффекты доступны пока что только инсерт, так называемые. Ну вот давайте, например, наложим на ударку эффект фильтра, простой фильтр. Как будет меняться при этом звук? Давайте. Фильтр можно отключать на ходу. Давайте мы еще один эффект навесим. Distortion. В составе Вавилона идет два гитарных эффекта. Это жесть и металюга. Давайте навесим на ударку эффект жесть. Жесть, как оно влияет на ударку. Крутилки можно крутить по ходу. И выключайте. Родился свет.
Для записи бас-партии мы создадим еще одну дорожку, уже моно. Идем в трек, create new track, один канал, называем эту дорожку бас. Сохраним проект. Для записи вживую предусмотрено несколько важных вещей. Это кнопочки ARM и монитор Input. Когда включена ARM, это означает, что дорожка участвует в процессе записи. И при нажатии на кнопку записи звуковые данные будут записываться именно на дорожку, где включен ARM. А монитор Input, когда включено, то при записи поступающий сигнал будет передаваться одновременно на колонке, скажем так, если упрощенно. Давайте попробуем записать партию бас-гитары. Мы перемотаем позицию песни в ноль и попробуем сделать запись. Вчерашняя запись партии бас-гитары в Вавилоне была прервана по причине вылетов Вавилона при записи. Вчера же я починил эти вылеты, но записывать уже не было сил, посему запись я перенес на сегодня. Итак, снова запускаем Вавилон. Оп, чудеса на виражах. Вот у нас уже тут в Вавилоне что-то открыт Вавилон и открыта в нем партия. Вот это вот WAV тест, это удар. Мы ставим поближе. Вот у нас басовая дорожка. Для записи на ней мы включаем ARM. И включаем монитор Input, чтобы слышать, что именно записывается. Начнем. Начнем запись. Я собирался сделать запись электрухи через примочку гитары, но оказалось, что у меня всего 3 аккумулятора, а нужно 4. Куда делся 4, я не знаю, потом мы будем писать партию электрогитары тоже просто в линию, без всякого эффекта, а эффекты мы наложим в Вавилоне. Вчера я снова прервал свои попытки записать демонстрацию. Вавилона, потому что при записи партии электрухи Вавилон вылетал. Вчера я снова прервал запись демонстрации Вавилона. Вчера я снова прервал попытки записи Вавилона, потому что при записи партии электрухи Вавилон вылетал. Я вынужден был исправлять исходник, дополнять его. В общем, сейчас состояние Вавилона такое, что
Запись возможна только в тепличных условиях и через пень-колоду. Но тем не менее я хочу показать потенциал этой будущем очень развитой звуковой программы, которая будет полезна для бардов, для любителей записаться дома, побренчать под гитарку и напеть какую-нибудь песенку. Я принципиально во время записи этой демонстрации не бреюсь, потому что я дал себе зарок, что побреюсь, когда закончу запись. Поэтому я буду ходить небритым и светиться в камере в таком затрапезном виде, пока не запишу демку. Когда ее выложу, вот тогда-то я побреюсь. Ну что же, попробуем записать партию электрогитары. Запустим Вавилон. Оп! Загрузилось окно Вавилона. Теперь я ставлю галочки на кнопках ARM и монитор Input. Что-то в камере все резко потемнело. А также я навешиваю на секцию Inserts. Вот она уже повешена. Гитарная примочка под названием Жесть. Вот она, Жесть. О! В общем, вот. Жесть. Ну что же. Попробуем сыграть. Ну так записывать невозможно, конечно. Когда вы будете видеть это уже смонтированным, то я пущу на вывод звуковой то, что ну, чистый звук, тот, что идет из микшера, а не вот этот вот слайм и так далее. О! Бильбо Бэггинс. Так, наушники. Начинаем запись. Небольшой мастер игры на электрогитаре. Так, ну что же, начнем вылеты. Так, что у нас? Таково состояние Вавилона, его возможностей на январь 2016 года. Учитывая, что программа написана с нуля, с
ноября 2015-го, то темпы развития, как по мне, то весьма быстрые. Что осталось сделать до того, как программой смогут пользоваться простые пользователи, а не только создатель Вавилона? Это так называемый таймлайн или монтажный стол, где партии, кусочки волновых форм, то есть график сигнала, привычный интерфейс по другим DAW или секвенсерам, как угодно называть. Но секвенсер — это MIDI программа для работы с MIDI. Я думаю заняться этим ближе к лету, пока мест еще идет работа над отладкой микшера. Как видите, он постоянно выпадает звук, постоянно программа вылетает. Когда я отлажу это, я смогу заняться уже таймлайном. И думаю, до конца 2016 года, может быть, если мне не наскучит работа над Вавилоном, то в сети появятся первые пригодные для работы версии, в которых можно будет, ну, записать свою песенку с нуля. Без MIDI, чисто аудио, то есть запись вокала, гитары, ну, через линейные или микрофонные входы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Да.